Квалифицированная юридическая помощь стала доступнее для жителей края. Так, около 300 человек в этом году смогли записаться к алтайским нотариусам через госуслуги, то есть не выходя из дома. В 2022 году Министерство цифрового развития России и Федеральная нотариальная палата утвердили дорожную карту. В рамках данного проекта в марте 2023 наш регион вошел в число 6 пилотных, где на едином портале государственных и муниципальных услуг запустили сервис записи на прием к нотариусу. Эксперимент оказался удачным, и уже через 3 месяца возможность онлайн-записи появилась у жителей всей страны. В нашем регионе за неполный год ею воспользовалось почти 300 человек. Среди них немало сельских жителей. Как подчеркивают в Алтайской краевой нотариальной палате, такой способ обращения облегчает людям жизнь. Не нужно тратить время на дорогу, чтобы записаться на прием. Достаточно зарегистрироваться на портале, найти соответствующую услугу, выбрать регион, нотариальное действие, а также нотариуса, день и время визита. На портале при этом отразится список документов, которые потребуются для приема. Пользователь может сразу прикрепить их копии и отправить на предварительную проверку нотариусу. Если что-то не так, уведомление от нотариуса поступит в личный кабинет. Добавим, к данному сервису подключились все нотариусы Алтайского края.